Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая игра Мохнатики. Игра очень интересная. Можем посмотреть. Я сейчас на уровне Мертвый лес. Вот такая красивая, пушистая столица еще у нас была. Дальше удивительная поляна тут ниже. Это все, что у нас уже пройдено. Волосатые луга. Итак, я остановилась на уровне 90. Сейчас я покажу, как в нее играть. В этом уровне у нас такое задание. Нужно собрать 108 пушистиков за 17 ходов. Уровни сложные, но очень интересные. Итак, нам подсвечивается то, что мы можем убрать. Наша цель – собрать две таких больших части с разными цветами, и чтобы они соединились. Я покажу как. Пока у нас нет такой возможности, просто удаляем то, что есть. Вот сейчас так выделились розовые. Вот, если бы мы эту розовую соединили с желтой, вот, они соединились. Я специально убрала преграду между ними. Дальше мы удалим зеленые. Еще мы можем заполнять вот эти пробирки. То есть у нас здесь еще не хватает розового, чтобы создать уникальную по цвету вещь. Вот у нас уже три подсвечено. Ничего розового не удалено. Можно было бы соединить, но наши пробирки еще не заполнены. В надежде, что выпадет... Да, выпала зеленая. Так, у нас получилось. Теперь мы соединим две желтых. Не получилось. Но у нас уже есть. Вот она, наша уникальная, которая их соединит. Выбираем. На данный момент вот у нас собрано 87 из 108 и еще 8 ходов. Нужно обязательно следить за ходами, потому что их очень часто не хватает. Удалим пока просто розовую. Вот у нас уже осталось 5 ходов. Мы прошли. Очень яркая, красочная, интересная игра. Кому она понравилась, ставьте лайки. Ждите другие видео. Ссылка на игру будет в описании. Пока!